Здравия желаю. Пока суть до дела, запчастей нет, зарезаем пока то, что есть, на халяву. То есть ионисторы заряжаются на халяву. Через реле, вот видите, ионисторы 9 штук. Зарядка идет. Через реле. Значит, поставили 5 секунд, он заряжает, 20 секунд он откатывает, ток откатывает в счетчике. Сейчас увидите. Вот пошел заряжать, 9 уже тут. А счетчик откатал, откатил назад. Чуть взял, я назад откатил. То есть, в чем я и говорил, то, что рептилоиды не верили, что до 20 ватт я могу уже, как говорится, брать ток на зарядку, на лампочки. А когда будет за... А вот, чтобы сделать мотор мощный и не потреблял, а ток не выходит, только через... Тут не выходит вечный мон, а выходит как БТГ, то есть ток берешь, потом назад отдаешь в 3 раза больше. То есть для этого надо, как я и говорил, АКБ. Ну вот сейчас, вот идет, видите, зарядка. А это чуть-чуть взял он и назад откатил. Откатил назад. Потому что у ионисторов, как я и говорил вчера, большое это самое. Большая обратная сила тока очень. То есть они мощные. Реактивный ток. Вот он откатил опять, видите. А сейчас назад. Пока отстаивается, он назад откатывает. А то говорили про электронный счетчик. А на электронном еще лучше. Там электронный вообще берет только активку. А здесь и активку, и реактивку считает. Вот в чем дело-то.